вы все думаете, что мы ходим по этим взрослым показам, модели эти все? Сегодня мы впервые находимся на детском фэшн-показе в ТРЦ «Французский бульвар». Дети сегодня короли и модели этого праздника. Они демонстрируют одежду, они делают селфи, они веселятся, пляшут хороводы. Программа «Коза» на Fashion Kids в ТРЦ «Французский бульвар». Сегодня в ТРЦ «Французский бульвар» первое, и надеемся, что уже будет традиционное мероприятие Fashion Kids, организованное модельным агентством Nika Models совместно с ТРЦ «Французский бульвар». Праздник стиля, моды, красоты, все для ваших детей. А как вообще родители, как они принимают решение отдавать ребенка именно в модельную школу? Детям все-таки нравится демонстрировать одежду. Потом у нас очень большой коллектив. У нас их два. У нас есть детский центр моды «Малахит» и есть еще Nika Models Children. И реклама «Мое сарафанное радио». Вот увидели, выступили. Да, вот после каждого выступления к нам придут еще дети и скажут: «Мы тоже хотим так выступать». Сегодня необычная соведущая, ей очень мало лет. Вы невероятно здорово сработались. Как это получилось? Я привыкла работать одна. И когда мне сказали, что у меня будет соведущий, мне так немножко напряглась. Но потом, увидев эту замечательную девочку, эту мини-мисс «Французский бульвар», Анита, я поняла, что мы с ней обязательно сработаемся. Мы как-то поняли друг друга с полуслова, тем более вот сегодня неспроста мы в одинаковых нарядах вот таких своеобразных. И она большая умница, мне было очень комфортно работать. Мы сейчас с мамой создаем детскую коллекцию. Я поеду с ней на Украину My Talent как самый маленький дизайнер. Эти платья, которые мы туда повезем, будут рассчитаны на мой возраст, на 8, на 9, на 10 лет. А у нас с мамой есть еще коллекции для самых маленьких, для взрослых. Есть family look. Вы сегодня не только как мама на этом мероприятии, но и как человек, который дает одежду детям на показ. Сегодня мы предоставляем одежду ведущим, но будем рады всегда одевать и модели. Моя дочечка сейчас ведет, и я, конечно, наверное, больше волнуюсь, чем она, но знаю, что она в теплых и любящих руках. Она хочет стать дизайнером, и мы едем уже второй раз на «Украина Моя Талант», и в этом году мы будем представлять уже ее личную коллекцию. Я надеюсь, что нам повезет, нас там ждут и приглашают. Же можно. Я видела просто таких крошечек. У нас дети занимаются с 5 лет, но вот в показе были дети и 4 лет. Это все зависит от развития ребенка. На самом деле, если ему нравится, не боится публики, то в принципе он может и в 4 выступать. А никогда не задумывалась о том, чтобы стать ведущей, например? Вот после сегодняшнего дня. Ну, я задумалась, я еще снималась в кино. Мы снимаем с киношколы кавер-версию кухни. Я сыграла роль Вики, и 9 числа была премьера «Кухня в Чугуеве». В оригинале это в Париже, а у нас было в Чугуеве. Каких вы представили на соцсетях? Я ВКонтакте. А вы? Я тоже ВКонтакте и Вайбере. Вы делаете селфи? Да. Да, очень. В разных образах. Давайте сейчас попробуем сделать селфи. Разные образы показываем, да? Давайте, какой первый образ? Милый, да? Давайте. Поколение селфи, да? Да. Все. Майами.
После таких мероприятий не задумывались ли вы о детях? Конечно, задумалась, потому что я безумно люблю детей, люблю эту атмосферу и безумно благодарна, что торгово-развлекательный центр предоставляет мне такую возможность наслаждаться вот этими замечательными мальчишками и девчонками, получать невероятный заряд эмоций, просто радоваться, что есть такие талантливые дети.